Путешествовать, чтобы рисовать, и рисовать, чтобы путешествовать. Две страсти Анны Есиповой объединились в возможности выезжать на пленэр в разные уголки страны. Вдохновить может любой пейзаж, признается художник. Тут главное – суметь увидеть красоту. Сначала, вот как мне нравится, лучше пробежаться с фотоаппаратом по городу, туда, куда мы приехали, присмотреть какие-то места, чтобы на следующий день уже целенаправленно идти в какое-то место, не бродить с этюдником, вот, не тратить время на поиски. Написанные в разных уголках страны картины Анны Есиповой можно увидеть всем желающим. В Доме журналистов открылась персональная выставка художницы. 23 работы с пленэров в Ижевске, Угличе, Поречье, Винновке Самарской области. Коллеги по цеху высоко оценивают картины Анны. У нее настолько последние работы тонкие, вот аж эти барашками открываются, потому что искренне совершенно. Очень тонкие и сложные сочетания появляются, новые какие-то вот нюансы, вот эти вальоры всевозможные. То есть это просто поэзия русской души вот в самом большом смысле слова. Кроме пейзажей и натюрмортов, рассказывают художники, Анне Есиповой удаются портреты и шаржи. Возможно, это будет тема следующей выставки, улыбается художница. Марина Матвеевна, Максим Гусев, «События».